От добрых дел не отказываются. Столичная мэрия окажет финансовую помощь в подготовке школьников из малообеспеченных и социально уязвимых семей к новому учебному году. Спецкомиссия приняла решение о выделении единовременного пособия в размере 700 леев. Его предоставят 8 тысячам детей из Кишиневского муниципия. Деньги также получат 78 сирот и те, кто находится на попечении опекунов. Так, 20 первоклашек и 12 лицеистов получат по 5 тысяч леев, а 46 выпускников гимназии по 3 тысячи. Общая сумма, предоставленная комиссией, составляет около 300 тысяч леев.